Использование технологии блокчейн расширяется в финансовой сфере. Глобальная банковская фирма BNP Paribas установила партнерские отношения с индийской IT-фирмой Tata Consultancy Service. Партнерство позволит BNP Paribas получить новую платформу для обслуживания активов через технологию блокчейн. Банковская фирма будет собирать и хранить структурированную корпоративную информацию на блокчейне Quartz от TCS, а также пользоваться платформой BaNCS for Corporate Actions, которая сертифицирована системой SWIFT. Глава отдела цифрового преобразования BNP Paribas Филипп Руал сказал, что блокчейн – это абсолютно эффективная технология для их компаний, и они в восторге от предоставления услуг с ее помощью.